Всем привет! Сегодня я хочу вам показать игрушку. Kia Star Racing. Игрушка мне очень понравилась. Вот у нас такая вот заставка. Так, вот мы зашли в игру. Вот такое у нас меню. Можно залогиниться в Facebook. Вот это наша машина, наш уровень, топливо в нашей машине, наш уровень в игре. Также у нас тут деньги отображаются наши, которые мы в игре. Это у нас награды, опции. Так, тут можно выключить музыку, можно пригласить друзей, кредиты, кто сделал эту игрушку. Также можно выключить имитацию нажатий, ну, звук, когда нажимаете. Информация. Вот это. Версия. Версия 1.1.5. И ваше ID. И также ваш Facebook отображается. Так, вот мы нажимаем Next. Нас кидает в меню, где стоит наша машина. Тут можно купить машину посредством кар-дилера. Вот у нас марки всякие тут есть. Графика мне очень понравилась. Вообще, игра очень на высоте сделана. Мне нравится игра. Очень хорошая. Так, тут мы можем апгрейдить наш автомобиль. Там поставить трансмиссию, поставить нитро, поставить турбо, мотор поставить, в общем, наши машины. У меня только одна машина, Nissan Altima Coupe. Вот так мы можем увеличить нашу машину во весь экран. Нажимаем пальцем на экран, и у нас увеличивается машина наша. Можем сфотографировать и отправить в Twitter.
Нажимаем Next, она нас переводит в меню с нашими гонками. Тут есть гонки с боссами, есть гонки по нарастающей, есть как битва с, ну, как бы битва. Битва на один день. Вот это вот битва на один день. Мы нажимаем Go Race. Загружается. И вот, поехали мы. Вот это нитро. Мы проиграли. Я тут очень так нормально поиграл. У меня 6-й уровень. И причем я выигрывал. Также можно зашерить ваше достижение в Facebook. Механику пойти, но next это входим в меню. Это, я так понял, мои достижения. Да, это мои достижения. Вот такая вот тут заставочка. В общем, дизайн мне нравится, именно меню. И графика на высоте, игра хорошая. В общем, скачивайте на свои Android-девайсы. Пользуйтесь, играйте, наслаждайтесь. А на этом мой обзор игры KSR Racing закончен. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание и до свидания. Увидимся в следующих обзорах. Пока!